тебя в этом году вообще денег не будет. Я продюсер. И у меня есть к тебе предложение. Ты станешь знаменитый. Но есть одно условие. Займись, наконец, делом. Занимаешься ерундой. Твоя музыка — это ерунда. А почему именно я? Все, что тебе требуется, это правильный настрой. Покажи мне, на что ты способен.